Друзья мои, проснулась я 5:30, а у нас половина города нет света. Что-то взорвалось, говорит муж. А с этой стороны есть свет. Вот такое вот я вам показываю. Добрый вечер. Скоро часы ужина наступают. И я приготовила для мужа салатка сыр. И сама чуть-чуть поела, и все. И больше ничего не хочется. Но я вот, видите, как приготовила. После таких комплиментов, что я самая лучшая. Ему только лимончиком сбрызнуть. Все готово. Также у него будет суп кукурузный. Я новый рецепт, мне подружка прислала опять. Очень понравилось. Если ему понравится, в следующий раз я вам запишу, потому что я задолбалась и замучилась записывать эти видео все время с камерой. И у меня будут грибы с макаронами. Вот такой у меня у нас сегодня овощной день. Друзья мои, посмотрите, куда мы пришли. Куда мы пришли? Смотри, как классно. Кстати, нашли новое место для кофепития. Ну, вообще, Кать. И вот мы с кем? С Катюшкой моей, любимочкой. Будет она сегодня красивая. Иншалла. Знаете что, друзья, вот мы сейчас посмотрим с Катей, понравится вам, и вам расскажем. Пока ничего не будем говорить, не рекламировать никого. Пришли вот к знакомым нашим, нас пригласили попробовать у них покрасить волосы. А цветочки какие, они сервис такой хороший у них. А это не живое. Все равно красиво. После салона мы решили пообедать. И сейчас Катюша пригласила меня в сирийское кафе. И как называется блюдо? Фаляфель. Фаляхин, сэндвич с внутри, что там интересно? Это нут, молотый нут. Очень интересно, буду пробовать вам, поделюсь с вами. Это сирийское блюдо, друзья, и внутри жареное нут, горох, вы сами знаете, что такое. Очень вкусное на вкус. Приятного нам аппетита. Всем доброго вечера, мои дорогие. Я возвращаюсь в Зумбы. Меня встретил сегодня муж с другом. И решили мы вернуться пешком. Я сегодня днем находила 11 тысяч шагов. И сейчас иду. Никакая, такая уставшая. Вы просто себе не представляете. Идем мы пешком. Тут столько людей. Это место я вам показывала. Темно-темно. Тащит мой рюкзак Эндер. Мы вышли когда на набережную, ресторан, и он голодный. Тащил меня в ресторан, но друг ему не разрешил. Потому что рыбный ресторан. И еще там он пивка хотел. Это дорого сядет, и друг у него очень экономный. Правильно говорит, лучше в другое место пойдем, где мы уже знаем проверенное, где можно покайфовать. Да и я тоже вся мокрая, уставшая, мне даже не кушать ничего не хочется. Так что вот так, друзья мои, вот такой вот у меня сегодня день интересный, пятница. Пятница Нет, сегодня четверг. Вы представляете, я уже запуталась в днях. А сегодня у меня вот такое мороженое. Шоколад и с орехом. Такое кафе. Почти пришли домой. Добрый вечер. Приятного всем аппетита. Вот я устроила такой приятный пятничный, романтически вкусный ужин моему мужу. Что я приготовила? Это яйла чорма, это плов такой красивый, курица на соли, салатик,
к сыру у меня есть салат, листья. А вот это вот мне. Решила сегодня тоже покушать все, потому что у меня много очень нагрузок. И я сегодня даже не ела. Я ела только арбуз сегодня, друзья мои. У меня была сегодня йога утром, потом йога была с девочками. Мы разучивали танцы, так что можно и покушать. И потом мы направимся с мужем. Я брошу все свои дела и отправимся гулять. Приятного нам аппетита. Ашким так проголодался, уже не дождется. Ашким, гель, Ашким. Пока мой Ашким там руки моет. Смотрите, вот соль, да? Я на фольге так жарю. У меня тут вышло 0,5 кг соли. Кит, Ашким, имя Хазыр. И весь жир вот так чистенько я сейчас вместе выброшу и все. Тут смотрите, что я сегодня приготовила, испекла из хрущевского теста. Вот такие вот тоненькие сделала специально коржики. Видите, какие хорошие? Вот такое у нас сладкое блюдо будет. Привет, мои дорогие зрители! Несколько дней я не снимала видео. Была очень занята. Покажу вам моих уточек, моих. Армия гусей. Гуси, да-да-да. Понедельник. Начало новой недели. Смотрите, уже они возвращаются с моря. А Светлана только идет на море. Никак не получилось у меня сегодня с утра выйти. Хотя я с 6:30 уже на ногах. Травку кушают. Да. Но я хочу чуть-чуть позагорать, поэтому солнышко сейчас мне будет хорошо. Все сколько возвращаются людей. Рай на земле. Я пришла в рай на земле. Красота. Только что я искупалась. На море не так много людей, вот что мне нравится. Все уже переходили. А посмотрите, какое чистое море у нас. Какое чистое, прозрачное с утра. 9 нет, друзья. Посмотрите, обалденное море. Просто у меня время рассчитано, я не могу столько времени купаться. Мне нужно позагорать. Я приготовила кофе. Сейчас выпью кофейку. Пойду вот тут душ приму. В общем, часок полежу и бегом домой. Накупалась, позагорала. Возвращаюсь домой. Хорошего понемножку. С утра здесь почти никого. Кафешки пустые. Ну, завтра морешка, любимая. Боже, какой кайф, какой кайф. Мне кажется, я загорела. А вчера у меня был такой приятный сюрприз. Мой младший внук, не младший, средний, Деметрий, вы знаете, он в гостях у бабушки в Турции, другой бабушки. И вот вчера он вышел со мной на связь. Он такой неразговорчивый, стесняется. Ни одного слова не произнес. Ему хорошо, наверное, будет все лето у бабушки там. Вот такая вот новость у меня вчерашняя была. Поговорила со своим внучком. Пообщалась, увидела его. Хочу рассказать насчет зумбы. Зумба – это вообще бомба. Я после зумбы 2 дня не могу в себя прийти. У меня так мышцы всего тела болели. Чувствовала каждую мышцу, каждую на теле. Ведь это такой стресс для организма. 2 недели позади, и там даже турецкие женщины, подружки мои новые, заметили, что, говорит, ты, Светлана, похудела. У тебя такой живот был, когда ты пришла. Там одна есть такая. И вообще расскажу сейчас о ней. Ну, естественно, когда я пришла в первый день, все было внимание ко мне, русскоязычно, одна, там мой муж сидел, меня ждал. Потом после, на второй, первый день они так много не общались, на второй день я пришла одна. Когда закончилась зумба, мы сели там на лавочку, думаю, чуть-чуть дух переведу, да.
И начали они со мной знакомиться. Какие они любопытные, вы не представляете. Они спросили все, чем я занимаюсь, сколько я лет замужем, чем занимается мой муж, сколько у меня детей, в общем, всю мою биографию. Как внуки, а сколько лет? Я говорю, 50. Ой, они были в шоке. А другая одна. Подошла к нам, и тут ее спрашивают, девчонки, скажи, сколько ты думаешь, сколько ей лет? Она так смотрит на меня, смотрит. А она говорит, ну, лет 50-55. Да ты что, говорит? Ну да, я, говорю, так поняла. Ладно. Все на нее так наехали. Ты что, говорит? Ну ладно. Как говорится, ее мнение, а по мне такое сложилось. Затем спросили меня на йогу, похудела на 10 килограмм. Как на 10 килограмм йогой? Да, я занимаюсь каждое утро в течение вот года, уже второй год, я постоянно на одном весе. А сколько вес? 58. И тут ее спрашивают, а как ты думаешь, сколько она весит? Она так на меня кинула, 65, наверное. Они на нее наехали, говорят, ты чего, говорит, все прибавляешь? Не обращай на ее внимания. Представляете, такая вот. А сама она в весе. И потом на третье занятие, когда я пришла, и она следила за мной, она впереди меня, если вы видели на видео, такая блондинка в шортах. И она мне потом говорит, ты как похудела, у тебя живота нету, говорит. А я говорю, у меня нет, у тебя такой живот был, когда ты пришла. И она все замечает, каждое занятие, она мне делает сейчас комплименты, что я похудела, но у меня нет попы. Я говорю, ну что нет, чего нет, того нету. И, в общем, такая она очень внимательная ко мне. И когда мы в первый день знакомились, спросили, как меня зовут. И она мне сказала, как меня зовут. Я говорю, откуда ты знаешь? У тебя же, говорит, написано на цепочке, вот здесь Светлана. Вот есть такие люди внимательные, да? Я просто удивляюсь. И, конечно, они очень такие дружелюбные. У нас такая энергия там, когда мы все делаем в одном движении. Наверное, вы смотрели видео, вам понравилось. Но это только, как говорится, цветочки. Многого чего не могу сказать, показать вам. И почему показаны только были мои ноги? Потому что настолько переполненный зал, он не такой огромный. Я почти была 20 сантиметров от стены в самом конце. Но те новички, которые приходят в конце, а потом уже они продвигаются вперед. Так что я жду этого вторника и четверга, хотя мне очень трудно, но я просто жду. Я столько энергии там теряю, столько, наверное, калорий, скорее всего, теряю энергии и прихожу в себя в два дня, но я хочу этого. Я как проснулась, я как ожила. У меня очень такие потрясающие впечатления о зомби. А преподавательница у нас вообще такая классная девчонка. Я просто очень довольна. И даже девчонки наши, посмотрим, пойдут они со мной или нет, тоже хотят присоединиться к зомби. Так что вот такие вот у меня впечатления о зомби Турции. Мерси. Зашла. Смотрите, какой вкусняшки продают. Хлебный. Какие красивые, видите? Пекарня наша. Вот семитики. Семитики. А вон там семитики. Семитики. Так, а здесь смотрите, какие вкусняшки вредные все. Видите? Вкусные, вредные вкусняшки. Ну что, пошла, я пройдусь так. Где базар? Ну что, на первом плане арбузы. Какие они красивые. Почему Машка мне взял такой зеленый? Так, друзья мои, пойду я. Потом покажу, наверное, вам дома, что купит мой муж. Смотрите, аджибибер уже горький, стал по 5 лир. Отлично. 10 лир помидоры, черри. 6 лир даже есть помидоры. Подешевело. Пюзель. 7 штук 20 теле. А это по 8. Отлично. По 8. 6 лир. Так, мои дорогие, все. Отлично. Сезон пришел. Лук 5. Ой, посмотрите, какие. А, мне показалось, что это персики. Какое изобилие всего. Как не любить эту страну, скажите. Кстати, а вы знаете, что это такое? Артишоки. Такие артишоки.
15 лир такая клубника. Видите, подешевела. Эвет, билерум, сонра коджа малача. Нектарин некадар, нектар. 12 лир. 12 лир, девочки мои. Дешевеет. Ne kadar kiraz? Kiraz 30. 30? Evet. 30 lir. Hatalı. Çok güzel. 30 lir. Вы представляете? Marka mı? Marka mı? Ne kadar kiraz? 30 lir efendim. Ama çok güzel adam. Fiyat da güzel. Fiyat. Neden bu kadar pahalı? İkinci de var, 20 lira satıyor, 20 lira satıyor. Çilek ne kadar sizde? Hani 18, 20 değil, 18. Короче, девочки, ну 18 там. Спасибо, карас вам. Пошла я. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.